Украинцы знают, как, блядь, пишется по-русски, Алексей. Блядь, больше половины украинцев рус. Как бы это смешно не было. Они на своем языке писать за нашим. Противник. Я серьезно говорю. Чего, так... Я их столько встречал уже. Мы и на русском-то не можем. Бля, мужики, пишлы, пишлы, пишлы! Кто куды? Так. Я промазал. Я попал! Первая кровь. Я сорвал целый. Владимир! А! Мать твою, ты че мне не напомнил? Я напоминаю, Алексей. Ёптвою мать. Что? Это граната передо мной взорвалась. Я остановился вовремя. Блядь, это я кинул. Ну просто я кинул, моя граната взорвалась, такой ёптвою ж мать. Тебе бы не это самое. Мне все равно помощь убийцы за тебя пришла. Так, куда я прибежал? Ладно. Кудысь не тудысь, Алексей. Против друг друга. А ты не заметил? Нет. А. Я что-то забыл. Я открою тебе глаза, когда ты придешь. Я пришел, только я тебя не вижу. Бля, ну вот передо мной где-то. А, это не ты. Да заебали со своими гранатами. Да. Здравствуйте. Привет. Опа. А, ты... Так ты там и сидел, ты рядом сидел. Я твоего чупа прибежал, убил. Его. А если я сидел, уже я двигаться не мог, мне ноги сломал. Гранатами, блядь. Я же слышал, что Вова там был. Но смотри, тут тип убил его и все. Убежал обратно. Он сидит переломанный. А что мне делать? Переломанный Владимир? Да. Блин. А, это я тебе ноги сломал, походу, гранаты. Не знаю. Да. Я ж... сначала одна граната сломал, но я две гранаты. Я починился. Я две гранаты кинул. Я смотрю на карту. Там стреляешь ты. Точка ж показывает. Я ж думаю, ну сейчас я им. Бля, ну вы заебали, ну блядь, ну что вы творите? Что это у него такое? О, у него этот спас. Как он там? Хрена себе. Молотилка, ну. Это чувак сидит. Это... Мощная хрена какая-то. Не, а я еще это смотрю этот. Ну где зеленый треугольник? А его. Чего, блядь, я ему так... Да, 70... у меня там прикрытие сидит, Ива. Так, я в него стреляю, хоть бы что, он. Ну, он, бля, хорошо. Вот в очко пердит. Ладно, да. А, хорошее прикрытие. Я просто посмотрел, он сидит, я сел под него и сижу, как бы, меня со спины уже не ёбал. Так, где он там стреляет?
А, это еще и бомба. Да если бы он не стрелял бы в меня, я бы еще... Шок ты. Ну, блин, но я ты... подождал, пока ты, блядь, остановишься. Не, не стрелял. Ну, если бы... Я бы за укрытием так стал. Так, а вы во рту бы росли бы орехи. Где бы я остановился? Я бы за укрытием бы остановился. Ну, вылез бы рано или поздно оттуда. Да ты достал, блин. Рано или поздно. Всё, твоего прикрытия нет. О! Я своего чуть не убил. А! Блять, с крыши. Я же тебе сказал твоего прикрытия, нет? Да, он тоже. Не, я-то его заметил, я просто не успел выстрелить. Блять, мне нравится расстояние между нами, блять, далеко. Ну, то есть, реально далеко. Он с пистолет пулемета меня убивает, хотя я, блять, со снайперкой сижу. Ну, а... с пистолет пулемета, блять. Чё? Ну а хули так далеко стреляет? Далеко. Нормальное расстояние. Как далеко стреляет пистолет-пулемет? Очень далеко. Паша пушечная. О! Думаю... Это кто это, блядь? Заебали за своими ППшками, блядь. Опять трогать не этот. Ну так же там чувак, он ныл, что сидят со снайпами. Вот чё, тоже, ты блядь, в него превращаешься. Ты так же ноешь, получается. Я ною, я не спорю. Ну, тоже. Возьми ПП и бегай. Бля. Хочу ПП. Лицемер какой-то. Это мерзко. Ну это тоже мерзко. Так. Где? Нет. Дайте мне школу, Владимира. Не было шанса. Ну тут у меня хотя бы пацаны по чуть-чуть играют, блядь. Да. Игра. Я тут карта нихера не знаю, где мне встать лучше. Да? Не выдумывай, просто у тебя пацаны не так играют. У меня. Чморят тебя тоже. Кто у меня чморит? Тебя он чморят. Ну тоже, заткнись. Блять, да он, я с пистолета в него 4 выстрела сделаю в голову, он не... Зато он, блядь, просто повернулся, даже не прицеливаясь со снайперки по мне, смых. Пока. Бронированный шлем, да. Не знаю, обычная маска, как у меня. Обычный шлем. Чувак в броне вообще. Вообще похуй. Ой, Вова побежал там куда-то. Куда Вова? Я попасть не могу. Вова сидит, успокойся, Вова. Ну, правильно, вор должен сидеть. Дабл килл. Эх, блядь. Нихуя себе он меня прострелил. Я попасть не могу. А, это не меня, это типа этого. Почему я попасть? Пинтуемся, пацан. Бля, я там так открыто сидел, получается. Ай, нельзя напился. Там еще и двое. Блин, эти аномалии. Как тут гранаты? Так
Блять, сука, жопа чешется. Умираю. Почеши. Почешу. Спасибо, что разрешил, Алексей. Феникс. Пока я... А? Не будешь меня стрелять, пока я чешу. Да убери голову, чувак. Блин, ты мне тут не мешает это. Блин. А, ебать, он меня даже не видит. Чё? Ебать, он прикольный парень. Дим, ну как это и меня не видит? Да я про то, что он тут полз, 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 полз. Здравствуйте. Ничего, у него там C4 какое-то, блин. C4? Там у чувака на спине. Или он какой-то террорист. Он сзади! Да почему он сзади? Почему я к нему все время спиной, блядь? Я же его искал! Не знаю. Сначала меня не видел. Да чувак, ты ебать палевно сидишь, тебя же пристрелят сейчас тут же. Ну сейчас не пристрелили. Ну. Никому не нужный. Зато я охуенно тоже сижу, блядь. Бей, кто хочет. Ой, это... Ну, дай-дай... Прыгай. Не говори! Блядь, я выстрелил, попал хорошо, он умер. Просто потому что... Броня решает. Блин, надо мозг убрать. Чё там, никто не бежит никуда, блядь. На, сразу, ебать, только встал. Блять, не знаю. Вот только встал посмотреть. А, ебать, там видно. Тю. Пиздец, дайте кого-то убить, я не активен. Спасибо. Ух, ну он опять за спиной, это что он заебал так меня уже? Ну что люди делают? Я не пойму. Меня чмырят, блять, просто со спины. Это что за прикрытие, Надь? Один стул. Короче. С той стороны прикрывай, другой стой. Ох. Ох.
Чисто выстрел раз в неделю, блядь. А! Да молодец! Блядь, живуч. Во вторую часть гранаты. Я вот даже гранаты. Ай, блядь, иди. Ой, поражение. Блядь, на одну эту. Клоунада. Получил достижение, окей. А, достижение. А где это? О, пушечки. Да, наверное. Нихуя, а чё он так стоит много? Вот так вот. Во. Третий. Вспомнил. Так, а ну-ка. Еще я тут накачал. Не, ну, эту штуку надо бы купить, конечно, когда-нибудь. Так, ну у них больше ничего нет интересного. Да. Переходим за Black. Мина. Вот тут мины можно. А, они уже на высоком уровне. Чё ты делаешь? Сейчас. Нашивки нашью. А, да. Все, пойдет так, я готов. Ладно. Вот так сделаем. Готов, да? Да. Раз, два, три. Я ж могу на Торжскую мастерскую создать нормальный прицел, наверное, что мы. О! Блин, почему я сразу так... Что? О! Тьфу, блин, чё я такой косяк? Я ж на Торжску могу оптику поставить. Да. Хорошую, X8. Да. Да. Только нет смысла на Торске X8. Так это. Ну, многовато для Торски. Для Торски? Да. Самый раз. Тут... Так, где этот ржавый пидор? Ой, это Апик Танс.
Да. Да, это знакомая карта. Да? Блин, не та сторона. Да? Не ту сторону побежал. Лёха там кого-то. Да. Я тоже. Опять эту гадюку надо искать и убивать. Да. А то делов не будет. Давайте чпарить меня всей командой. А почему бы нет? Вот это я снайпер. Возможно. Бля, люди одни и те же играют. Ну так. Нашел меня, да? Нет. Не ври. А, ну может тот типчик на тебя просто похожий. На меня похожий, а вон. На всякий случай. Сейчас меня найдут. Я засиделся. Что-то я засиделся, блядь. Еще бы попасть бы. Ох, еще бы аномалия, блядь, появилась. А! Блядь, он не... Я понял. Я думаю, что он не сдох? Он же только появился, у него урон не идет. Нахуй я вылез обратно, вот я тупой. Блин, а как я сильно попалюсь. Я тупой. Чисто имбецил, блядь. Да. Ладно. Блядь, ну отсюда так не постреляешь кайфово. Надо чуть-чуть переместиться. Надо искать во влоге. А? А, ну блядь! Ну, ну чё они в десятером меня долбят? Кто-нибудь будет по ним работать, блядь? Опять вот я один, блядь, пойду. О, мужчина. Блин, а меня ты... стрелял, а этот чувак не мог. Привет, братан. Стреляй, учись. А то, блядь, пока меня отвлекали, ты стрелял. Ну их много, ну я... Но они все равно стоят, меня стреляют, ну... Я не могу так работать. Я всех убиваю, блядь. А, пацан там вообще сидит, он даже не выходит, блядь. Выйди, блядь, воздухом подыши. Вау, братан. Не попал. Он не стреляет, он сидит, смотрит и... Тупая манда, блядь. О, этот вообще, блядь, мимо меня стрелял и попал.
Нормальный хуй. Мужики, блять, работайте! Отсюда. Ой, блять, что с мышкой? Нахуй смерть. Да вон же! Как же здорово там видно. Где ж Алексей, я не пойму. Да. Я знаю, где ты. Так, как? Только я не знаю, как мне так выглядит, что тебя видели. Бля, ну тут неудобно. Это смерть. Ну что поделаешь? Один уже выглянул. Все, в этот раз выиграл. Но у него снайперка мощнее и лучше прицел. Ну даже стараться не надо. Да откуда нахер? Пойду с Лешей повоюю. Да? Мне надоело сидеть там, блядь, с этим он стреляться. Я не знаю, как мне, блядь, подожди, где он? Фронтальная война. От кровотечения, от того. О, блядь. Первый раз играет эту игру. Так же умираю, да. Не. Ну вон же оно дрыгается. Владимир, я пойду с ним повоюю и свалю куда-то. Блять, не знаю, я думал ты здесь. Ну, так я там и был, наркоман, где и ты. Я тут, блядь, нормально воюю с пацанами. Вообще продыху не дают. Да, блин, мне не дают тоже. Блин, если бы я не шевелился, он... Вообще б не увидел. Не догадался. Кто там дым кинул, блять, не видно, ребят, нихуя. Его увидишь-то? Ай, блять, он пробежал. А еще один бежит. Так, меня спалили. Ладно, хера, не вижу ни хера. Блять, он жирный. Он в броне, я в него выстрелил, ему насрать. Не то чтобы прям насрать, но... Совсем насрать. Успел. А, они уже втроем в меня целили, блять, петухи. Что происходит? Они уже подступаются, у меня прям повтор показывает его. Подходят такие. Ну а что делать? Засел, думаю, там, блядь, снайпер. Открывается. В полной программе.
Блять, тут аномалия, хуй пробил, убежал. Даже жив. О, бля, сидит! Ух ты ж, двоих похват. А, он вообще прям там палит эту точку, я понял. Я понял, брат. Блять, сколько аномалий, как мне пройти? Брать с собой антианомалию, да. Антианомалин? Да. Антианомалин. Вау! Блядь, да как он так быстро! О, шо за снайпер, блядь, Манкин. Я же его видел, ну чё же я на него. Самолет летел, колеса тёрлися. Там. Ну. Как ты мы с Лёшей ни разу не встретились? Вот так. Поэтому вы выигрываете. Блин. Да, я прячусь просто. Убить Вову. О! У тебя привет, блядь. Бля. А, он просто появился и убил меня, я понял. Блять, тут нельзя, конечно. Здравствуй. Нашел. Да ты сам прибил. Да блять, там самое обидное, там, блять, радиация, и там либо бежать, либо ничего. Босса я уже, сука. Да, я уже покореженный был. Ты насрать. У меня было, блядь, там... Ты сам нарвался. Согласен. Бежал, да. Опа! Я как я про. Понимаю. Давай, пацаны, я Вову убил, в принципе. Да, все, игра проиграна. Ну что я сделаю? Ну, не играет ничего. Нихуя не видно. Это аномалий. Вырастали, блядь. Как грибы после дождя.
Павел. Yes. Просто на меня пацаны бежали, я их. Мастер снайперского оружия. Кто мастер? Ну какого хуя просто? Почему я все время проигрываю? Блять, почему они ничего не делают? Не знаю. На где тоза? В мастерскую. А, можно улучшить. Чё? А, я понял, чё. Раскачивание прицела. Они все одинаковые. А нет, это надо убрать, это же лазер. А, вот почему. Как его снять-то, блин? К сожалению, вам не удалось улучшить предметы. Ого. А, херня. Не хочу дальше. Этого делать. Опа. Все. Все. Да. Раз, два, три.
Бессмысленно. Что, Алексей, градирня? А? Градирня? Нет. А у меня градирня. А у меня ЧАЭС. Да. Блин. Ебать, дождь! Да. Дождь! Ни хрена, это... Дождь! Обожаю дождь! Дождь! Ну, раньше такого не было. Не было. Бля, прикольно. О, вот это оптика. Мне нравится. Вот это дождь, я понимаю. Да. Ебать мне нравится дождь. Ебать я обожаю, блядь. Ну да, сейчас будешь лицом в грязь падать. Да похуй. Я люблю дождь. А, в этот раз Алексей на моей стороне. В этот раз, ого. О, мы проиграли, короче. Давай, да? Убью. Можно победить. Блин, ну херово. Не понял, а чё я не могу пройти? А что это за прикол? А, мне в другую сторону, чё? Да. Я назад побежал воевать. Бля, он выжил. Бля, так реалистично выглядит. Прям фото реалистично. Во время дождя. Особенно там, где эти, блядь, палатки с травой. Вот там вообще кайфы, посмотри, блядь. У нас нет времени на игры, мы должны воевать. Тихо. О, сидит, питу. Ну да. Бронированный. А у меня бронированный зря. Брони. О, блядь. Нихуя у него оптика на тозе. А ё, ноги сломали. Не такая. А да, чё тебе не нужны. Да ну в смысле? Ну как они мимо вас пробегают? Ну вы тупые имбецилы, ну вы же сидите, смотрите вот в сторону. Да, никто туда не смотрит. А, Алексей, заебал, молчи. Так ты заебал, да никто не смотрит, блин. Они сюда смотрят, наоборот. Я сейчас только что так умер, блин. Они в трубе сидят и на меня смотрят, а меня убивают сзади них. Он за деревом. Да ну это пиздец, но это невозможно. Ты, ну не ходи туда. Тут чисто правит бал, блять, автомат. О, нихуя я с одной пульки! Вот там Кося. Что там говорила? Что? Ты что-то говорила?
Ну это пиздец, он мгновенно убил. У него отдачи нет, блядь. Ну как можно воевать, блядь? Ну сиди, ты ждет. Он заебал. Дайте поиграть. Едай нам. Ай, блядь, они вдвоем друг друга прикрыли. Ой, не попал. Ему меня, ты понимаешь? Мне его не видно, а ему меня отлично. У меня свой пристрелил. Кто ты их меня съел? Эй, все свои! Идиот, блин. Ой, блядь, мразь! Ну чё, она встали в меня, смотри. Я попасть. Ну ты пиздец, тут невозможно сражаться, они прячутся, блядь, темные такие. Ну ты прячься. Я стараюсь. Я попасть. А, я со спины бью туда. Даже затвор вернуть. Вау! Я просто, блядь, фармят.
же, блядь, увидел. Я говорю, что вообще пострелять не могу. Да. Блять, перезарядка. Ай-ой, коллиматор. И поело. О, блядь, да у него голова высунулась, а я чуть-чуть выше высунул. Просто капельку. Да, в этот коллиматор ни хера не видно. Не видно ни хрена. Да. Ах, на, Вова. Он разошелся. Ай. О, вот он забрал. Ах ты мразь. Ну, я старался. Да. Да уберись, мы уже проиграли, блядь, написано до сих пор. Вообще, ну. Херня, карта. Не мое. Даже... Карта и вправду. Дождь красиво, но. Угу. Не, ну там надо в снаряжении быть, блять. Взять то большое толстое снаряжение, автомат с коллиматором, все дела. И сидеть и так потихоньку пробираться, блять, стреливать. Вот, да вот для этого эта карта. Из чё? Давай. Раз, два, три. Thank you.
по разные стороны? Нет. А, ты уже играешь? Да. О, я нет. Механик. Блин, что, опять 2000? Да я уже в игру закинул. А. Началось, блядь. Вот я со снайперкой иду вперед, блядь, мои калаши сидят. И увидел же меня, о, Михалыч. А, ё-мо. А, ебатик тут сидит. А я не попадаю, лол. А, да тут невозможно, я говорю, что за... Блять, что за ребята просто через всю карту, блять, с попой я прыгаю, всё. Блять, выстрелил. Как? ВП, блядь, через всю карту бьет. Ну это не снайперка, почему он хуярит через всю карту? Ну хочется стрелять через всю карту. Так почему он попадает вообще с пулемета? Пулемёта? Блядь. Ну это же бред, блядь, ну не должен на такие расстояния стрелять. Какие тут расстояния? Ну блядь, если тут есть снайперки, я подозреваю, что должны быть нормальные расстояния. Эффективность есть и все. Подожди, а еще он стрелял? Он поменял? Пулемет какой-то, а не пистолет. Но стечки, наверное. Блин, так я... Он, короче, бежал за это там, за арматуринами, короче. Я в железку попал. Блять, я кого-нибудь убью вообще? Фух! Угу.
Да, но это невозможно. Они просто убивают за километр. Ему даже до позиции дойти, блядь. Другую еще. Я уже все опробовал. Здесь карта такая, здесь, блядь. То, чтобы простреливать точку, надо зайти, блядь, на позицию. А я туда не могу зайти просто. Они не пропускают, блядь. О, смотри, механик тут убивает. В прошлой игре он, блядь, херней страдал. В школе, когда играли. Смотри. Калаши без отдачи. Пой. А это что, 4? Ну, урон вообще не отнимается, вы находитесь. Он находится в зоне, но урон не отнимается. Да откуда? Давай, ну я не понимаю. Почему бы не с каждого угла палят? Палят. Чё за скиллы, чей, блядь, мешок? Ой, блядь. Ну они просто в 10 урон там стоят. Я один туда иду, блядь, где все остальные? Что это такое, блядь? Не могу. Где у меня команда, блядь? Что? Где они ходят? Если я просто всю команду встречаю на одной точке. И вражескую. Разъем. Действительно. Ой, да. Дебил, куда ты лезешь? Вау. А что это такое? А, мина. Так, она на 4 уровне открывается. Угу. Блин, у меня там где-то капкан есть. Да не, попасть бы еще это. Да, тупо проебали, блядь. Как бичи конченые. На всякий. Ты потом шо, Алексей, все уже? Да. Да мне попасть, ну ладно, че за херня? Ага. А ты доиграл что ли? Да. А попробуй Twitch открой. Как там работает. Стрим. Как же это, блядь, трудно сделать без ссылки. Как? Я же ссылку...
кидал, заебал. На мой канал, блин. Ты на кургане? Ну да. Вроде идет. Бля. А что с ним? Понятно. Так, а за каким он деревом был, блядь, я не понял. Где все вы? Блять. Блин, вообще перезарядиться успел, бля. Бля, я стрельну как-то странно там, не пойми. Бля, мы только что выигрывали, уже проигрывали. Где он нам ложит, пацанов? А что это предельная планка, хипстер? А мы же нихуя нет. А? На пистолете предельная планка есть, а мы же нихуя на нее не надето. Делаешь, да? Так а нахуй ты ее нацепил? Но она дает какой-то порог. Там где? Где там? Во все тяжкие пойдем, короче. Коллиматор меня смущает. Почему? Бля, у него не видно ни хера, он закрывает обзор больше, чем. Бывает. А? Бывает.
за хуйня? Все, блядь.